DC's turn to pick. Надеюсь, Даша жива. Complexities turn to pick. Ну ладно, друзья, пока Даша там фиксит так, свои проблемы. Так, будешь ты работать сегодня, пожалуйста? Мы давайте по драфту пройдем. Ну, пожалуйста. Ну что не так? Oracle, Sun King, Draw Ranger и Pack от DC, Queen of Pain, Dynamancer, Shadow Shaman и Earthshaker от Complexity. Заходят тоже неплохо. Кстати, бан Мипа, Клокерка, Nature's Profit и Лины говорит о том, что Complexity Gaming очень здорово подстроились под раннюю агрессию от DC. Они ответили, собственно, равно такой же агрессии и не дали героев, которые способны там останавливать ранние пуши или отсплитить в ответ. Банжи, Виспабр, Стилбэк, Эмбер Спирит и Фантом Лейсер говорит о том, что DC знают, какие герои опасны с ранних минут, понимают прекрасно, как против таких героев бороться, ну и что самое важное, они не оставляют никаких шансов в комплекте на переворот в мидгейме, и я думаю, что на последних пятых пиках и будет решаться судьба этого матча, пока у Digital Chaos матчап, говорящий о возможном давлении и драках абсолютно на всех линиях, ну и под сейв в виде Оракла, он, конечно, не имеет никакой контры, Виномансеру, Шадошаману, Кунов Пейнер, Шейкеру ничего не сделать на этой дальней линии. Доброй ночи. Доброй ночи. И доброй ночи, Дарья. Да, теперь я. Да, теперь всё я. Прекрасно слышу. Всё прекрасно слышу. Дискорд наконец-таки сообразил, что я всё-таки здесь, я должен что-то слышать. Это идёт... Дважды, но эти вопросы. Можешь попробовать выключить всё же звук Dota TV? Давай потестим. Может быть, от этого это зависит как-то. Да, да. Потому что всё, что я меняла, это звук Dota. Убери его, пожалуйста, поскольку, мне кажется, у меня есть предположение, что у тебя Тим или Пати Войс в Тиме стоит. Это очень важный вопрос. Ten so, у тебя должен стоять Войс Тим, а не Пати. Если у тебя стоит... Тим стоял. Ну ладно, давай-то не будем просто экспериментировать, потому что я почему-то слышу тебя дважды. Когда ты ставишь именно звук теперь Dota TV. Теперь слышно дважды? Нет, теперь слышно всё однажды. Ну, значит, видимо, в Dota TV сейчас никто не смотрит, так что... Ну, в любом случае... А если смотрит, то без звука? Да-да-да, это классика. В общем-то, если коротко высказать мне свое мнение по поводу того, что я вижу перед собой, да, это... как бы второе место, занявшее на International команда Digital Chaos, да? Ну, только игроки-то игроки немножко другие, но ничего страшного, так тот же. И Complexity Gaming. Я вижу знакомые лица, Зефрик на короном, Рики, Демон, Му. И вот как бы есть один игрок здесь особенный, среди всех шестерых, это Эпит, да? У него 10 тысяч ММР. Я бы даже, знаешь... Нет, законных, я начал бы с тобой считать. Вот Эйбит — это 10к ММР игрок, это великолепный исполнитель на мипы, это игрок, который умеет нажимать кнопки невероятным образом, и он получает себя Драгонайта. Ну вот еще бы ДК, просто бы дали, ДК, да. Что? Эх, ДК 17-й. Я не понимаю, ты как... Ты такой приходишь, значит, на стрим, на да? На стрим от команды Digital Chaos. Там Эббит, такой уже все новости в Твиттере пролистал, и ВКонтакте, что на Фейсбуке там игрок получил 10 тысяч ММР сегодня. Или не сегодня, не знаю, может, только сегодня об этом узнали. Вот, поставил себе в профиль, все такие приходят, ждут. Сейчас я посмотрю, сейчас я заценю, что этот парень умеет. И у него такой ДК. Да. И, честно говоря, именно от этого у меня сейчас немножко пригорело. Я не думаю, что это хорошая мысль отдавать персонажей, которые вообще не требуют какого-то сверхисполнения, да? Мы же все же говорим о том, что Эбит единственный на этой планете 10к игрок. Что не происходит? Что вообще происходит? Ай-яй-яй-яй-яй, что сейчас произошло? Слишком много вела. На самом деле, ушах. Иностранцам очень нравится использовать реплики именно русских кастеров. Да, да, я с тобой полностью солидарен. И все игры, которые мы смотрим, это либо ай-яй-яй, что произошло, либо умер как герой, либо просто нечто. И
вообще ни одного игрока из спамящих эти реплики, кто бы понимал вообще, что он спамит. Классика. Смотри, как предыдущие команды действовали агрессивно, да? Всегда смоки, всегда какие-то выходы на первых доигровых секундах, там, 10-20, а теперь все заняли свои позиции. Му отправляется, судя по всему, с Блайстоуном пофармить. На топе разбрасывает банановые шкурки, дабы вражеские хардлейнеры, да, и помогающие саппорты поскальзывались. Насмешки, насмешки, да. Шаман Сентрей. Пока что у Радиант не стоит ни одного. Судя по всему, это Сентрей, но где он ее поставит? Да и нигде не поставит, и пока не нужно, потому что апса на топе от Радиант не существует. Но почему демон-то тоже не ставит Сентрей? Мы-то это знаем, мы сверху смотрим и все видим. Что за чуйка 99 уровня у этого парня? Вроде бы шел убирать стандартный лайн вард. Фиеро. Фиеро в миде. Ты знаешь такого игрока, да, Фиеро? Да, конечно. Но Фиеро достаточно давно топит за комплексити. Но не скажу, что он, в принципе, новичок на Dota 2 сцене. Более ну, того, опять дабл мид. Ну, это уже, наверное, классика. Фиеро — это иорданец, понимаешь? Это, возможно, какой-то брат Миракла. Ладно, шучу, конечно, совсем. Они не братья, ибо фамилии разные, но за комплексити он играет последние месяцы два Фира и показывает себя достаточно неплохо, хотя соло рейтинг совсем не мирковский, 8К подобрался, но, по-моему, еще не взял эту отметку. 2 месяца-то не так уж и много, если честно. Очень сильно до конца, на самом деле, пробили. Неудивительно, что Сэндкинг находится тут. Все-таки это Квапа, и вот даже один дагер такие чудесные вещи с ДК делает, плюс Зефлик мешается под ногами. Что по поводу Сентрей? В миде бы они пригодились, если ДК собирает стать один. Очень здорово, что линия пропушилась. ДК будет еще сложнее. Нужно как-то крипа будет возвращать. Фира откинулся дагером Сенткинга. А Бульба как невероятно агрессивно действует. Там-то Орба Веном. Он принимает, принимает на себя огонь просто. Ему-то отойти, отхилиться на базу можно. А вот ДК уступать своей позиции, проседать по левелу нельзя. Так что смысл в этом, конечно, есть. Сентри. Тот самый Сентри, и Z-Freak знает. А теперь его охранять нужно. Да. Ибо у Z-Freak также в наличии имеет Сентри Варта. Есть танка, который можно в мгновение ока загрызть этот самый Сентриак. Да ладно, успевает разменяться, но размен, разумеется, комплексе на пользу. Эбит, конечно, тоже неплох. Я отправлюсь на бот. Поучиться у Меланза, как стоять хардлейн шейкером. Ну, смотрю на его лицо, ну, и он то, что вроде получается. Опытный гет, такой игрок, что-то он наверняка знает. Но я только что видела, как этот Шокерос с фиссурой, собственно, перекрыл пути отводов. А я увидел ферстблад. Тареф пошел ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Рошана, и в итоге умер от тика, яда, му, понимаешь, от тика. Poison, Sting, это же просто. Да все было рассчитано. Я думаю, что Мун просто с холодным, абсолютно безразличным выражением лица сидел и говорил своим ребятам: ребят, минус пак. Легчайший. Да. Ни одна мышца на лице не дрогнула. И получает очередной даггер в спину, еще и второго левела. Ну, Фира делает очень грамотный мув, и я думаю, именно что-то. Фира 2-0. Ай-ай-ай, прям вот ай-яй-яй, по-другому не описать. Что сейчас произошло? Прыгает Фира, очень агрессивно действует. Но у Dragonblood-то взят в 2, и Эйбит не стал в 2 брать Брейсфайр, ради того, чтобы действительно остаться на этой линии. Линия-то некомфортная. Эйбит так, сейчас еще один кинжал получит, да. Так больно. Ну это 10 тысяч игрок, и 10 тысяч игроки не умирают, не унывают, все будет хорошо. Я понял. Наверное. Да, это не точно. Это не точно. Мейсон продолжает бедного Мейланза стрелами нашпиговывать. Мейланз. Но у него, тем не менее, лол 3, 2 манга. 2 манга, все, я запомнил. Так и буду закупаться с персами. Вообще, это нормальная стратегия. Особенно против, да, вот какой-то каких-то рейндж саппортов и так далее. 2 манга. У вас есть реген, да, и плюс щит. Ну,
Похоже на правду, похоже на то, что это действительно работает. Комплексы, кстати, втроем уже стянулись на центральную. Видимо, на 10к игрока нужно что? 3 игрока по 3к, чтобы убить его? Ну, ладно, шутки шутками, конечно, не 3к игроки. Это все шутки от лукавого. Но в любом случае Эйбит уделяет слишком много внимания. Мне кажется, именно не Эйбит, а именно Dragon Knight столько внимания не заслуживают. Это правда, многие, как бы во многих матчах люди, выстраивая план на игру какой-то конкретный, неправильно расставляют приоритеты. И вот, говоря о том, ДК, да, у ДК 10к ММР. Вместо того, чтобы сесть танк, начал кастовать ТП, но ладно, это в любом случае на смерть Мейсона не повлияет, Мейсон умрет, но неприятненько сейчас бы ТП прожать вместо Мангусика. Траксу смели? Да. Ну, хотя бы переключили какую-то свою агрессию с мид на какую-то иную линию, потому что если взглянуть на... Стоп, если взглянуть на пик комплексити, а что они в лейте это будут делать? В смысле? Этот Shadow Shaman, у которого уже 80 строки, собирает 7 Йольнер. Ага, ага. Дейдалус. И всё. Нет, но больше я всё-таки поверю в то, что Рики, в случае чего, в ДД выйдет, то с трудом, потому как всё-таки он саппорт. Всё-таки он сап. И сейчас у него как бы сапог. Больше ничего. Во-первых, сапог плюс РБГ. Живёт, ДК живёт. Чистят демона. Демону не очень приятно. Бульба, правда, не успевает подойти на рейндж Баррострайка. Баррострайк второй был бы третьего уровня. Скорее всего, бы цеплял, но нет его. И вынужден просто тратить время. Бульба... Ну, тут два сейф ТП, между прочим, да. Это не только Сан Кинг, но и Фариф. Который на топе практически не находится. Там сложно, там грустно, там му, второй плагивард, второй Poison Sting, это все плюется, это все дебафы. Фу-фу-фу. А Эбиду. В принципе, уже. Эбида, 27 крипов. Да, пятый уровень у него. Он даже не тратит один скиллпоинт, обратите внимание, только сейчас прокачал он. Видимо, услышал Dragon Tail, забыл. Потому что скиллпоинтов. 5, да, конечно, забыл. 10к ММР может расслабиться. Знаешь, играть в полную силу. Silence. В туче на Драгонайте, еще и демон здесь. Это Queen of Pain, которая проливает кровь Эйбида. Она сдувает его Sonic Wave. Ошибка, на самом деле, от игрока 10к ММР. Надо было с рейндропами эту линию стоять. Вот где рейндропы были. Но у него, на самом деле, в планах рейндроп есть. У него денег нет, несмотря на вроде бы фарм. Не самый богатый Dragon Knight в мире. Мучает ДК. Да, очень много денег тратится, в том числе и на покупку каких-то регенов у Dragon Knight. Разве что вот после появления ботла не будет никаких затрат, а так танго были. Купленный Healing Self. Кстати, у Мейсона могут быть вновь проблемы. Я смотрю на Z-Freak'а. Он уже выдвигается за спину Draw Ranger. Вот эти смерти на Draw Ranger, если будут еще, это как ножи в спину ДК, потому что он и так там мучается. А еще его кэрри смеет где-то погибать, это очень печально. А вот демон. Демон готов. С своими демоническими коварными планами. Дабу, к слову, уходит на топ, там готовится выход, Бульба разбивает смог. И это под Фарева, под Дримкоил его попытка что-то сделать. А что они здесь делают? Так, себе так. Ну, себе. Му, в принципе, ни одного рейндропа. Например, нет ультимативной, так что бояться его не стоит. Просветили? Что? Это они... Нет, кто просветил? Подожди. Ой, просветили я не знаю, Му? Ощущение такое, что да. Что это подумали, был, что... они, видимо, подумали, что Рики находится под ними, поэтому Му отступает, и можно нажать досты. И как прижать этого Рикимару? Но нет. Рикимару не было. Посмотри никакого на Мейсона. Мейсон в тылу врага находится, за своей вышкой в тылу врага, ибо вокруг Z-Freak находится, Фира, но, в общем, Мейсон своевременно отсюда уходит пофармить лес. Причем, на удивление, Мейсон не тратит просто эру на то, чтобы замедлять бегущую на тебя Урсу, чтобы хоть как-то ее останавливать. На топе Дремкоил тем временем. Фариф ждет помощи здесь. И она ему и реально она приходит. Нужна. Но Бульба не может подкопать, потому что вновь не пятый уровень. Его останавливает Плагивард, и все.
Да, все равно слишком поздно он здесь был, Дримкоил уже кончился к тому времени, когда Бульба пришел. Эйбит в форме, цепляют Эйбида, Z-Freak, очень больно Эйбиду, еще и кричит Queen of Pain. Дубу, разумеется, помочь Эйбиду не может, нет шестого уровня, нет фолспромис и нет спасения своему керри. Дубу, кстати, тоже может погибнуть, если Фира даст ему еще одну тычку, кричит у него Фира, делает даблкик. Честно говоря, а Дубу сейчас был невероятно странный мув. То есть я, прямо скажу, не игрок на Оракле, это один из новых героев, да, на которого вот я не играла. Но он просто подошел, попытался сбить Расти несбиваемое. То есть, не играя на эти персонажи, я в курсе, что Фортуна Сент не сбивает такие вот эти спы. Все, что нужно было сделать, это отойти и дать на ДК все бафы. А почему-то это он... слишком сложно. Прям голосом Каспера в голове сейчас это произнес. Да-да-да. Фарев. Была бы классная фраза, на самом деле. Это просто не еще тоже топово, конечно, но... Это слишком это, сложно тоже. Это слишком сложно. Можно спамить... ПТ на шейкере! Часто в разных ситуациях. А что, это боевой шейкер? Меланс ходит и наваливает. Кстати, начинает сносить вышки уже демон. Демон действительно демон. Тирадин пушит четвером DC и одна Раста, она же Шаду Шаман. Типичный геймплей на Расте. Ой, Фареф, опять проклацывает досты в это время. Не близко находится этот фрик, просто ноги успевает отойти. Сложный, ну, очень досты сложный попали? Early game для команды Digital Chaos. Я вынужден это признать, я не этого ждал от Digital Chaos. Ну, сейчас посмотрим, как в дальнейшем будет складываться игра. Для меня, правда, Атракса это не самый сильный чар. И старт у него, очевидно, не суперский. Допустим, у того же Шейкера, ну, все слишком хорошо для хардлейна. Причем эти артефакты, да, которые у него на руках, он заимел без, там, топора, например. Он лесу, значит, уделял не слишком много времени. Все это он сумел вывести более-менее с линии и с ассистов. Плюс фраг один у него есть. Так и есть, так и есть. Хочется очень увидеть какого-то мува от саппорта в Digital Chaos, мне кажется, как-то, знаешь, мне казалось, в ну вот, на топе, например. Оракли больше какой-то. Опа. С шифта? Да. Скрывается от геля Фариф. Фарифа, стоит заметить, тоже, ну, не так плохи дела, несмотря на сложный лейнинг. Просмотри, как его бьет Poison Sting, понимая то, что в него не попали... Гелем вообще ни о чем не говорит, он потерял 250 ДПП от яда. Просто. Это очень жесткие, да. Конечно. Змейки. Плюс Poison Sting 4. Это просто жестко. Уму Вейл. То есть он сначала берет Вейл, а потом же планирует выход в Мидас. Ну, потому как под Вейлом очень сложно человека загангать, плюс он разменяется 100% с ультимативной. И надо понимать, что там сейчас 90% урона команды комплекса — это магия. И усиливать весь этот урон — это тоже дорого стоит. Кстати, Эршейкер с демоном ищет какой-то таргет на карте. Мейсона не нашли, потому что Мейсон уходит в другую часть леса своего. Разворачивается, но за ним уже Бульба. И что же делает Мейсон? Мейсон не понимает, что делать. Да, он пока видит. Что не Мейланс понимает. Решил побить просто... барды. Мейланс может войти сейчас просто дать ультимейт, но нет, здесь немножко по-другому действует. Мейсона подсейвили, но дэмэджа Мейсон получил много, его нужно сейчас спасать дубу, он должен захиливать по кулдауну дроу-рейнджер. Да, дроу-рейнджер фуловая, выживает каким-то чудом Бульба на буквально 60 хп. И будет ли продолжение? Мейланса можно замедлить, будет ли Дримкоил? А, нет, Дримкоила не будет, Дримкоил был. Я не обратил на это внимание своего, но Фареву ну, здорово. Подсейвили Траксу, тем не менее. Я думала, это будет очередная безыдейная смерть. Но Дубу поправил ситуацию. Повесил ультимейт, отхилил на фул. Все было не так плохо. И это первый фраг, я так понимаю, для ADC, вот только что свершившийся. Да? 13-я минута игры, вот так вот. Случается. Нет, а ДК планирует БКБ. Не факт, конечно, выбор. То, что если в стэше лежит артефакт, он сразу же следующий ему появится.
Но это было бы разумным решением, потому как за как избежать всего этого контроля и основной именно дэмэдж идет, да? Магически. Кроме пайпы и БКБ ничего нового-то особо и не придет. Правда, дэмэдж дополнительно ДК будет брать Строу Рейнджер, я так понимаю. Что еще делать? В рейнджевой форме, да, у него такая опция появляется. В любом случае, знаешь, вот иметь дэмэдж, но умирать за там 3-4 секунды и не иметь как такового дэмэджа, но там несколько раз за драку выдать брейсфайр, там несколько раз дать драгонтейлы и хоть что-то донести, в любом случае профит. Это однозначно. Особенно если Эббит рано или поздно сделает какой-нибудь даггер и будет вылетать в Квапу, если Квапа, конечно, не купит Линкен сферу, она будет перманентно получать стан. Анимация у Драгонайта на стане практически отсутствует. Успеть среагировать, если к тебе подлетают с даггера, очень сложно. Таки раша, да, действительно, ДК БКБ. Таки правильно. И... не так страшно. Не так страшно, что у ДК средний нетворс. Не так страшно, что третья строчка... план Творс и у Дроу Рейнджер. Самое ужасное, что сейчас у DC в команде происходит, это то, что происходит с саппортами. И ладно бы фулл саппорт Oracle, хотя мы заметим, что у Complexity нет как таковой, да, 4-5 позиции на данный момент. То вот эти 1400 на Творса у Сент Кинга, у меня ощущение, что это у них, знаешь, 5-я и 6-я позиции. Просто у них четверки нет, у них 5-я и 6-я. Да, 5-я, 6-я. Ничего, вот вышло. И еще меньше, чем ничего. Сент Кинг, у которого нет Блиндаггера, это весьма и весьма посредственный саппорт. По крайней тут, мере, конечно, соглашусь. Него... и даже не близко этот Блинк. Он даже... он там совсем. Я бы сказал, вполне возможно, Мейсон ближе к покупке, не знаю, Сильвер Эйджа, чем... покупки Блиндаггера Сент Кинг. Но нужно проводить драки, причем непонятно от чего. Вот от какого-нибудь даггера на Сент Кинг я бы знал, как проводить DC файты, а вот как этого делать без... Блинк на паке. Ну, кстати, возможно, но пока то, что я видел от Фарева, мягко говоря, ну, не внушало какого-то... какой-то веры в будущее. От Фарева я ждал чуть большего, сейчас инициация от него посредственно. Не хватает, может быть, как раз-таки этого даггера, чтобы выдавать хорошие дримкойлы, или не хватает, может быть, команды, чтобы она как-то активнее под эти дримкойлы подключалась. Но за 16 минут один дримкойл, один фраг для DC это печально. Этот мушкетер на му меня начинает немного настораживать. Этот виномастер. 7500 на творса, да? На 17-й минуте Wellbe Scorpius Midas собирается взять себе Травела следующим артефактом, с еще более мобильным. Смотри, ее вообще ничего не волнует, он просто пушит. Да, проспамил змей, попушил. Еще на шрайн змейку поставил, разведочную. Он попарнит лес, он вообще все здесь пытается выпарнивать. Сдонали Тавр в меди на данный момент DC. Слабое утешение, все же Тавр потеряли. Да, можно говорить о том, что 18-я минута, тиродина вышка, но... тем не менее. Сами они недалеко продвинулись. Две тир-1 вышки у команды комплекте до сих пор стоят. Они же потеряли все первые вышки. Блиндаггер Шейкер сразу же делает ТП на топ, забрав еще пару вейвов. Смоки скрывается, Смоков планирует ЭХСМ, собственно, реализовать. Ну, очень жестко подставляется, но при этом Драгонайт получил полный в себя рассказ. Эйбида нужно чистить, Эйбида нужно обязательно захиливать. Очисти, Эйбида. Там погибает Фарид. С этим игроком что-то явно нечистое, нужно очистить. Там столько, такое количество соло рейтинга. Возможно... отлично. Он какие-то потусторонние силы замешаны, да-да. Заключил договор. Агрессировать и... посмотри, они просто пушат. DC не понимают, что делать с комплексти. А у комплексти, казалось бы, абсолютно такая полупап-стратегия. На фаст-пуш она реализовывается на 47%. Я не знаю, какие ауты у DC будут, но сейчас у них нет никаких идей, как с этим справляться. Идет отдавать дримкоил многострадальный пак, и в итоге остается один против пятерых, получает там по щам. И в очередной раз без идей отправляется в таверну. Но так не должно работать. DC таким образом игру не выигрывает. О победе или перевороте игры речи пока что даже не идет. То есть в перспективе, как DC могут хорошо провести драку от хайграунда.
Рики? Исключительно через даггера от Сент Кинга. Браво, но Холли. Когда будет этот блинк на СК? А я тебе могу сказать, когда. Мне моя мать. А что произошло с Зефриком? Ну, он умер. Там не то чтобы сложно было, его спалил. Я, правда, не понял, каким образом спалил его пак, либо пак был в смоках, либо просто решил там с ним Зефрик пошутить, но в итоге пак отдал. Застопился, его... может? Может и так быть. Я просто услышал звук дрипкойла, перевел камеру, а там пак просто месит ногами полудохлого уже Зефрика, и Рикимару отправляется в таверну там без шансов. Из-под дримкода выйти никуда не было возможности, и тьма не шла помогать. В общем, команда бросила Зетфрика, сказали, что слабые падают со скалы в нашей команде, и до свидания, Зетфрик. Ну что, теперь комплексите в смоках. Возможно, мы увидим сейчас эхо-слэм от Мелани. Возможно, но это не точно. Ага, вот. Хочешь так сильно его узреть? Я обожаю эхо-слэма. Я на самом деле никогда не особо не любил Шейкера, но пару раз на каком-то типа Аэр или СД-моде он мне достался, и против меня, знаешь, получались там Брутмазер, например, и я что-то так прям проник с этим героем, и теперь все, что я хочу видеть, это эхо-слэма на весь экран. Они доставляют. Но если на Аэр СД получается Шейкер, еще и против тебя получается Брутмазер, то да, бежать. Мне бы это тоже принесло удовольствие. Да, именно так оно и есть. Ну что, комплексы готовы подниматься на Т3, ставятся варды, серпент варды, ставятся плеги варды, в общем, вард атака от команды комплексити, и вышка потихонечку проседает. И Глиф Фортификейшн потрачен, пытается Мейсон расстреливать варды, зарабатывает на них деньги, но проблема в том, что Мейсон получает раскаст, очень больно, нужно его сейвить опять же добу. Да, пока еще не потратил False Promise, но все же... Все же Мейсон отбился вместе с командой. Вопрос уже комплексный. Неужели не думают, что они будут ставить вот так вот Serpent Ward, отдавать порядка 300-400 монет Мейсону, и такие вещи не выйдут им боком никоим образом? А вот не могу точной информации по этому поводу дать. Я на месте комплексности не обольщался бы, и перефармив Shadow Ranger там тоже может разбирать лица очень жестко. Мейсон также идет в Блэкенбар. Словом, Драгонайт в шаге от БКБ, но Мейсон может, знаешь, отложить свой Блэкенбар ввиду того, что здесь засада от Фрика из Имелонза. От Фира Имелонза, прошу прощения. И просто ждут еще одну пачку крипов. Сейчас подойдет пачка крипов, и Мэнс просто прыгнет. И прямо сейчас есть эхо-слэм, и... Это что? Почему они так действуют странно? Ну ладно, они, конечно, обоих убьют, но... Но можно было как-то по сейвове, согласись, как-то надежнее убивать. Было бы наиболее верным сыграть, казалось бы, в Оракла сначала, да, дабы... Мне кажется, они могли его не видеть какую-то там долю секунды. Он показался в момент уже принятия. Нет, они его 100%. Нет, они 100% его видели. Это прям стопудово. А мне кажется, что они приняли решение именно такое, все скасовать Штраксу быстрее. Потому что у нее Shadow Blade был, а у них Вижена не оказалось вот именно у пары игроков, только Пай и Шейкер. То есть они поверили в себя, приняли решение именно Траксу вот влиться в нее. И несмотря ни на Орку. Характерные ребята. А то. Могло бы все на Смарку так-то пойти. Была бы тогда, знаешь, короткометражка «Я и мои тиммейты гангем вражеского керри». Да. Ноль достов, там Shadow Blade, рядом Oracle, и если бы еще и Oracle ушел, тогда вот точно была бы прям вот моя. Ну, в копы далеко не уйдешь с Оркидом. К слову, я копу давно в игре не видела. У нее вроде бы 5.01 у Фира. Но кажется, что будто бы это было все так давно. 2.8 на самом деле счет. 23 минуты. Счет не разгромный, но разница по натворцу колоссальная. Да, 11 тысяч, если кто-то вдруг не обратил на это внимание. По опыту там чуть меньше, порядка там 7-8 тысяч. Но это говорит о некой отрицательной динамике для команды Digital Chaos, разумеется. И а некоторые явные отрицательные, я бы сказал. Это да. Самое важное, Даш, я так и не могу понять... Зачем Драгонайт? Тут я 24 минуты смотрю эту игру, и знаешь, у меня как во время новостей снизу бегущая строка, зачем Драгонайт обеду, зачем Эйбиду Драгонайт. Я сомневаюсь, что он себе его запрашивал.
скорее всего, как бы. Пацаны, я тут пушить. На 10 кошел, такого героя затренил, просто чума. Понимаешь? Драфтите пушить. Меня на это плез. Для того, чтобы пушить, потому что также ДК хорошо справляется с вардами Расты. То есть, когда ты пытаешься разбить варды Расты, ты обычно чуть ли не еще лицо теряешь, да? ДК попроще. Он нормированный. Я тебе объясню, что сейчас регена много. Там Нью, который взял 30% топ-опыт, у которого есть Мидас и уже 17 уровень. Так вот, он дойдет до 25-го, возьмет 3 эксплейги варды по ХП и дэмэджу, и Драгонайт никогда эти плейги варды не снесет. Ну, я говорю сейчас о вардах Расты, но по факту у комплектити много всякого вида вардов. В том-то и проблема, что... Начиная от обсерверов, заканчивая вардами Недомансера. Кстати, пока там на Рошана выходит Digital Chaos, они теряют сторону. Колы, не веря своему счастью, просто месят в бараке эфира по дабл-дэмэджам. Сторона на Рошана, сторона на Аегис. Мне кажется, это самый плохой обменный курс во вселенной. Да, пожалуй, так обмениться не стоило. С другой стороны, видимо, пойдут в лын. Именно в какой-то драке попытаются... Ох, ловит здесь Фиро. Epic Fail Compilation. Притом, при всем еще и Рики давал обзоры, не было от Z-Freak'а тучи. Это провал. Еще и Z-Freak'а. Ну, это, конечно... Z-Freak'а не жалко, а вот да. Квапа... Квапа неправильно. А я скажу тебе почему. Потому что Квапе нужно купить... Что? Линкин сферу? Абсолютно. Юл? БКБ? Ну, БКБ вряд ли, а вот Линкин сфера, да. Юл вряд ли, она получает перманентный стан после блинка, который появится у Драгонайта. Сейчас она получила просто потому, что не видела Драгонайта и прыгнула под него, видимо. Хотя Z-Freak, наверное, давался же инфу. Ну, не суть. Оказавшись вплотную с Драгонайтом, или когда он сам к тебе пришел, или ты к нему пришел, неважно, ты получаешь перманентный этот самый стан, и две, там, уже три, а скоро 325 секунд, это вот так, вот так и слэм по Эйбиту, туда же подкоп от Бульбы по двоим, и по Му, и по Мэлэнзон. Ну, и в итоге, как вы особо не расстроились, комплексити решили разлетиться полностью как раз влетевшего СК. СК делает тэп-аут на базу под бафами Оракла, кстати, проседает очень сильно ДК здесь, под, yes. Да, Пазановой. Но живет, таки живет. Никаких дополнительных ядов на нем не имеется. А все почему? Потому что у Виномансера нет даггера. Виномансер, где твой даггер? Он пока в Аганим Септер идет. Нет, его Аганим, конечно, пика. Тоже неплохо. Пика. Пикачу. Знаю такого покемона. Но дело в том, что пика не позволяет тебе там преодолеть какие-то серьезные препятствия, как на большой рейндж заехать в ряды команды Digital Chaos. Знаешь, если бы сейчас мне дали $1 миллион и сказали, что ты его можешь поставить на одну из команд, и если она выиграет, то этот $1 миллион там плюс какой-то X твой, я бы не согласился на эту сделку, потому что я просто отказался, сказал, что спасибо не надо, и ни на кого бы не ставил, потому что здесь вот максимально непонятно, кто может выиграть эту карту, ибо есть непонятные ошибки от одной и от другой команды, и что самое важное, есть непонятные драфты. И, наверное, непонятный драфт — это то бы больше всего, чего я боюсь, в принципе, в профессиональной доте. Драфт значит очень многое, поэтому неудивительно, что ты сразу же обращаешь внимание на них, и начинаешь анализ игры именно с драфтов. По-прежнему у комплекса гейминг нету явного лейт-гейма. То есть намного раньше DC войдут в лейт, если войдут, конечно. Все будет зависеть просто от ближайших драк. Либо которые будут происходить при защите, например, тир-1 вышки by Complexity. Либо эти драки будут завязываться при заходе Complexity непосредственно на ХГ. На боте на данный момент крипскипить сейчас будет пытаться Роу Рейнджер, я не знаю. А это именно, точнее, Фиро. Да, он идет крипскипить. Но вышка уже начала падать, и здесь есть целая пачка крипов, которую можно прикрыть. Вот они уже заметили крипскип, так что прикроют этих крипов. Да, Эйби должен забирать вышку на себя, ему благо позволяют. Они решают забирать себя на базу, и, кстати, Эйби сбили ТП. Да, это провал. Сейчас, возможно, будут принимать драку без Эйби, да, это вообще к хорошему не приведет. Хотя демона расстреливают, весьма быстро все справляются. Минус ТП уму. Что? Они что? Делают? Что это? Минус гем еще. Изи фрик давай туда же, правильно. Забрал гем, хотел его спасти, а в итоге... А в итоге...
Гиам на земле, а Гиам. И что это за 3-2-2 было только что? Да это даже 6-4-4, а возможно 1288. Вот! Красиво, Му! Просто красиво. Но сейчас я скажу до конца так, умер как герой. После того, как Эйбиду сбили телепорт, все, что дальше сделали комплект, это просто какая-то отвратительная драка. Да это даже драка нельзя назвать, это избиение. Как будто бы и не было всей этой доминации до, как будто бы и не нафармил Му 1000 слотов к 20-й. Каким теперь образом, у Траксы точно Рейнджер? Такой же, но творс. Вот, теперь у Дроу Рейнджер БКБ. Потому что она кэрри, а не виномансер. Но, черт возьми, это же всего лишь Дроу Рейнджер. Откровенно говоря, в текущем патче, наверное, один из самых слабых кэрри. Самых уязвимых, самых нестабильных. Я могу себе позволить, наверное, даже... Ну, фармит она по-прежнему быстро. То есть, действительно, с ней справиться даже попроще, чем с большинством кэрри. Особенно, если ты имеешь какой-то мобильный, да, пик со станами, вот по типу комплексии, только мне хватает, знаешь, какого-то ВК. Я вызываю нам на экран статистику по Дроу Рейнджер, и, знаешь, статистика вообще в корне мне противоречит, ибо 7 матчей, 71% винрей. 72% ну, вот participation. Лично я представляю, как будет бить ДК под третьей формой, под Прэшен Аурой. Это сильно. Это реально сильно. То есть, лететь в ту же самую Квапу, минус, знаешь, Квапа. Бабочку сделает со временем, еще раз гонит Прэшен Ауру. Я вообще кстати, за то, что... ДК не взял Дайгер, он взял ШБ. А вот почему? Я не понимаю. Мне не нравится, мне тоже не нравится, честно. Абсолютно no. Я понимаю, была бы необходимость Сильвер Рейджа. Такой необходимости на этой карте нет. Ну что, он будет Виномансеру пассивку выключать? Шрайн, кстати, падает на боте. Не стоит забывать, что комплексити имеют такие небольшое преимущество, или они, скажем так, на шаг чуть ближе к победе, чем DC. Просто потому, что они однажды забрели сторону. Теперь она постоянно пушится, я теперь думаю, может сломать шрайны. Они однажды не взяли Драгонайта ласт пиком. Не взяли, да? Не взяли. То есть они молодцы, да? Я, на самом деле, у меня реально горит. И когда я вижу... Вот знаешь, это как SCC, который невероятно исполнял на инвокере. Я не помню, с кем-то они играли, по-моему, с цедеками. И ему на первой карте дают инвокера, у него вся команда там с отрицательным счетом ползает. Парень выигрывает 2 или 3 тимфайта подряд в соляру, раскатывая пятерых, а на следующей карте ему берут в мид Драгонайт. Вот здесь то же самое. Берем 10 качелика, который разваливает там на мипарях, тинкерах и инвокерах. Чтобы ему взять, давайте возьмем ему Драгонайта. Там же целых... 3 активных способности, правда, 2 можно АФК просто в любую сторону жать, но это уже не важно. Короче, ну да, да. Я возможно, сказал. Даже Эйбит в какой-то момент был и не против, то есть драфтер он, на твой драфтер, он решает. Просто... А ну, я не почему? Почему? Если можно посмотреть... А с чего? Вот с чего делать мувимейкером, например, Эйбит геймплей? Геймплей на Драгонайте? Ну, спасибо. Да, такое себе. Смок разбивают. Дело в том, что у Эйбиды в наличии дабл дэмэдж руна, которая, по-моему, либо самостоятельно была использована, либо просто активировалась в инвентаре, и Digital Chaos решили под эту руну сделать какой-то свой выход. Единственное, что бегут они в лоу-граунд, Фариф разревилился, может поискать за Трикона, ходит вместе с Бульбой, прокапывают, есть и Сайленс, Эбит, рейджевая форма, поднимается на хайграунд, чтобы не промахиваться, с Дримкою по демону, демон разорвет связь, погибнет, но демон просто АФК встал, не рвет связь. Какой царюга. Не сильно его спасает, там тычка от Мейс на отрывающее лицо. И Зетфрика также к смерти приговаривают. Диси делают неплохие минусы, но, конечно, персонажи не то чтобы не ключевые, а, откровенно говоря, это четверка и пятерка команды комплекса. Так что их смерть неприятна для колов, но абсолютно не принципиально. Жаль, до конца умерли как герои. Да, все причем одновременно. Это кто-то еще скрывается, накрыться здесь, это Эршейкер. Сейчас он найдет Мейсона, или Мейсон найдет Шейкера, или Шейкер Мейсона будет. Тут вообще трое, да, это плюс Бульба и Дубу. Фиеро. Есть атака, вот они поверили, на них забайтились на этого Бульбу. И здесь будет умирать, как минимум, Свин Меланс, а возможно и сам Фиеро. Хотя Фиеро есть Блэкин Бар, разбирают, правда, Бульбу. Эйбит. Вот Эйбит, где да, Герисимо. Правда, все равно ему получается подойти и забрить.
Но полный раскаст от Му полностью раскастовался по троих. Здесь очень больно Дебуду погибает. У Мейсона тоже проблемы. Мейсон, несмотря на Блэкин Бар, уже под стак. Эйби прожимает, пока поделал тупаут. Очень хорошо. Мейсон, беги. 8 секунд до включения Shadow Blade. Но ОМОН за ним уже выехал. Зетфрика форстафнули. Есть там и Diffusion Blade. Минус Мейсон. Подрубить Shadow Blade не получится. Кстати, на топе Папа временила секунды полторы точно с блинкаутом. Просто не догадывался о том, что ее спина такая дышит. В общем... А как, кстати, хочет Сильвер? Не шторм какой-нибудь, не дэмэдж непосредственно, не понимаю, а Сильвер Эйдж. В общем, дорогие зрители, вырубать пассивки! Расскажите мне, пожалуйста. Моей аналитики явно не хватает. Ты представляешь, если варды перестанут быть с эффектом Poison Sting? Так-то. Огонь Виномастер. Фу-фу-фу. Кстати, Кирасу планирую дальнейший Виномастер собрать. Забирает Рошана. Естественно, под Мастер, под вард. Потому что иначе они будут забирать его слишком долго. Один с 11, между прочим, счет по фрагам на 3-4 минуты. Очень боевая дота. Я как-то однажды решила продать сыр и узнала приятную новость, что сыр подорожал. Так что 1000 голды — это овер много, честно говоря, для сыра. Но сейчас его, по-моему, уже нельзя продать, что-то мне подсказывает. Почему? Можно. Ну, я продавала. Как давно ты его продавала? Недавно, буквально за 1000 голды. Yes. Да? Ну, ладно, может быть. Может быть, я что-то путаю. Мне казалось, что... Знаешь, он 500 стоил. Помню, изменения с 500 помню. Что ж, в комплекте счет 11-11, 12 тысяч преимуществ за колами, которое преимущество практически не ощущается, значит, такое эмфемерненькое преимущество. И правда неизвестно, чем же это все закончится. А и я как не быстро. Понимаю, да. Вот особенно последнее меня очень интересует, что я не люблю игру, которая, знаешь, не имеет динамики. То есть я очень люблю доту именно за это, за эмоции, которые она дарит, за напряжение, в котором она держит. Данная игра мне не очень держит напряжение, и всегда я рассматриваю доту именно со стороны зрителя, и красочности не хватает, знаешь, зрелищности не хватает. Тут вся красочность укладывается просто в расстановку как раз вардов от демона. Пока до вардов они будут подходить к зданиям, но это очень долго. Заруинил тут его Тауэр. Ну ведь не заруинил, он его добил. Вот если бы не добил, заруинил. Окей, принимается. Поправочка. Ну ладно, Digital Chaos, у них хотя бы нет одной стороны. Линка скоро у АП, это победа. Вот это правильный выбор. Я реально не понимаю, чем может помочь Блэкин Бар, когда ты инста из Shadow Blade или там и Даггера можешь получить старт. Так-то тебя могут просто за АОЕ какие-то сайленсы погасить и за Траксу, и за Пака, так что... Тут бы КБ в любом случае необходимо. То есть дровка редко оказывается, знаешь, неожиданно рядом с тобой с сайленсом. Пака ты обычно тоже видишь, но... Ну хотя ладно, да, Пак тоже с Даггером, тоже может быть нежданчиком, согласен. Кстати, демоновский гем носит в себе Фореф. Это единственный гем. Так, отдам. Дефается DC, играет крайне аккуратно. Пак, скажу, больше... хороший артефакт, может тебе взять уже. Играет. Терпильненько. Угу. Это Аганим. Аганим — это здорово. Да. Уже есть... вот два БКБ есть. На копе и на шейкере. Попытаются разорвать тизер, будут наказаны. Тизер. Дримкоил. Дримкоил, конечно же. Почему-то у меня такая мания уже не первый раз это называют тизером. Пак. Ух, как неплохо и выйдет. И отступает отсюда. Фореф, Сайленс, подрал Рейнджер. Но БКБ нажимательно, конечно, не будет. У нее есть
А Егис, она может себе позволить вольности. Кстати, именно про DreamCoil у меня мания дать DreamCoil, я говорю, да, то есть Пак дает DreamCoil. А рвется уже почему-то тизер, то есть вот так вот. Ведь DreamCoil частично на тизер похож, если так посмотреть. Но он состоит из многих тизерков, просто с другими... Да, другие эффекты. Но... Итак, Меланс в позиции. Зефрик в позиции. У него не появилась блинка там? Нет, у него Яша. Он в ДД идет. И вот залетает Папа, подрубает боковой Неси Эгис, она звонит практически трех человек. Здесь же Сэн Кинг, который застревает в Хиксе и не выживает здесь. И радует Эгис. Эбит принимает на себя урон, сражается с Му. Он Му, кстати, не пробивает. Не прожал. Ай-яй-яй-яй-яй. Что сейчас произошло? Нет байбека, чтобы вы понимали, друзья, на 39-й минуте игры без байбека погибают 3 кор-героя команды 9 Штукес. Погибают именно те герои, у которых нет байбека. 2 героя с байбеками остаются в живых. Вот. Я представляю, я вот себе просто представляю, как происходит слопаби у Эббета, да? Он только что не нажал БКБ, и на РКФБе то же самое происходит. То, что-нибудь хоть где-нибудь не нажал, хоть как-то не доиграл, чуть-чуть даже, если ему наверняка пишут 10к, да-да, уж эти 10к. Ну да, 10к. Представляешь, если кто-нибудь скажет Эбиду, что-то вроде, у кого аккаунт купил? Он такой... Скажет, ну да ладно. Короче, не знаю, вот в прямом эфире происходит... Горишь, что ли, сидишь? Мое внутреннее горение, у меня, я в тильте, я реально в тильте. Ну то есть, ну я знаю, как умеет играть Эбит. Я комментировал квалификации, по-моему, вместе с Мобстером мы просто орали в голос, когда Эбит проходил на киевский мажор. И там была, ну, по личным исполнениям, невероятная игра. То, что я вижу сейчас, и то, что демонстрирует Эбит, ну, я все понимаю, но не нажимать Blackenbar на Драгонайте, когда за тобой бежит Раста, ловить тебя в шейкл. Ну, я в тильте, я правда в тильте, мне очень сложно наблюдать за игрой. Ну, это знаешь, это, когда ты ждешь что-то от Миракла, от Сумаила, от SCC, то есть, когда ты не топишь за их команду, но ты, разумеется, радуешься красивой игре, которую способны показать эти игроки, но то, что сейчас я вижу, ну, мне немножко больно. Я правда ожидал очень многого от этого противостояния, и... Я вижу, сначала Эбиду дают героя, на котором, в принципе, сложно показать, что ты что-то можешь. И ощущение такое, что Эбид сам тильтанул и отключил клавиатуру. Иначе, почему он не нажал на Blackenbar в той ситуации, ну, мне непонятно. То есть, ты прожал Dragon форму. То есть, ты уже понял, что ты дерешься. БКБ без Dragon формы нафиг не нужен. Dragon форма без БКБ, я считаю, тоже. Но, в общем, я в... Ты горел ты. Да, да, да. Пригорел ты, а проиграл, скорее всего... Эбит. Мейсон продолжает расстрельчики. Мега крипов пытаются их дефить. И какое-то время это будет удаваться. Но опять же, это будет работать до тех пор, пока DC сражается с крипами. А вот когда DC будет сражаться с комплексити и крипами, вот тогда начнутся серьезные проблемы. На топе находится Сэн Кинг, будут приловить его. Поднимает небо Сэн Кинга, что-то не так пошло у Меланза, поскольку фиссура не станет. Пошла не по таймингу фиссура. Ну и, как я понимаю, команда Digital Chaos готовится принимать... Как ты понимаешь, я больше не учусь, как играть на шейкере у Меланза. Все, так что учитель погиб в глазах ученицы. Так вот. Фиро. Легко меня разочаровать, конечно. А как любую женщину, вот это вряд ли кого-то из зрителей удивило. Кстати, это второй смог. Второй к ряду. Комплексити все еще пытаются найти хоть кого-нибудь, кто зайдет выйдет за пределы базы. Ну, я бы сказал, хотя так, бы на миллиметр. Бы под мега-крипами за пределы базы выходить. Ох, ну, хотя бы приятно. Бульбе, поближе. Бульба, по-моему, пошел вверх. Ну да, первый пошел. Но он с байбеком. Нашли. Расстрел от Мейсона. Но ощущение такое, как же он не пробивает, да, Му.
Сейчас бы дэмэдж завести, а нет, куда Мейсон, БКБ нажато, его форстапать, но заходит со спины Фиро. Фиро неплохо вместе с Меланзом, отлично. Дроурейнджер с байбеком, байбек нажимать нужно, Буль попытается хоть как-то выигрывать время, но этого не получается сделать, но по всей видимости good game. Да, Мейсон не байбека, сдается. И, ай-яй-яй-яй, действительно, что сейчас ух, ну и хватит, ну и хватит за этим наблюдать, ну, потому что... Вот эта пауза, слушай. Тайминговая. Угу. Красиво. Муль, по-моему, не дает закончить. Что я могу сказать, друзья? Вы видели самую неоднозначную игру данных квалификаций. Это игра с огнем была. Я сгорел. 11-19, 30 фрагов за 44 минуты. И команда Digital Chaos терпит поражение в той игре, в которой совсем я, по крайней мере, от них вот такого уровня игры не ждал. Я не знаю, есть ли смысл что-то еще обсуждать. И опять же, не та динамика игры была, где мы что-то упускали с Дашей, старались вам вроде бы по ходу игры сразу все рассказывать, но... Следует просто перейти к следующему матчу, я так думаю. Забудем все вот это как страшный сон. А следующая игра — это команды Red против ребят из Will.